В течение 2016 года наши юные художники посещали «Сириус» несколько раз. Весной и летом приглашения получили по 3 человека, а в последнюю октябрьскую смену в образовательный центр отправилась целая делегация из 8 учащихся художественной школы, самых талантливых, проявивших себя на конкурсах и олимпиадах. Мне очень понравилось, потому что там очень хорошо, там хорошо учат, преподают разные уроки общеобразовательные. Я считаю, что это самое лучшее место, куда можно было попасть в таком возрасте за свои достоинства. Образовательный центр «Сириус» был создан фондом «Талант и успех». Цели проекта соответствующие – поиск одаренных детей в различных областях по всей России. За прошедшую смену участие в программе приняли дети из 70 регионов страны. 24 дня наши ребята обучались в центре по направлению «Живопись». Опытные преподаватели помогли учащимся раскрыть все свое мастерство. Юные художники создавали акварельные композиции постановочных натюрмортов в помещениях и выезжали на природу рисовать горные пейзажи. Мы все каждое утро мы выезжали на пленэр, и каждый день мы ездили в разные места. Сначала мы начали выезжать на недалекие места, то есть поблизости от Сириуса, который находились. И где-то в конце смены мы уже выезжали далеко, там даже было холодно, мы одевались как могли. Вот. И это реально непередаваемое ощущение. Очень красиво. За 3 недели, проведенные в Сириусе, участники сумели не только почерпнуть новых знаний в художественной сфере. Они познакомились с талантливыми ребятами из других городов, посетившими центр также для оттачивания своего мастерства и обмена опытом с другими. Но главным преимуществом поездки для юных дарований стало освоение множества новых технических приемов письма акварелью. Свои работы художники с гордостью показывали после поездки своим преподавателям. Конечно, сердце мое таяло. И мне было очень радостно осознавать, что это мои малыши выросли. И сейчас, наверное, уже почти стали моими коллегами. И более того, когда они приехали в Сириус, они мне показали новые техники. И даже мне есть чему поучиться. И получается так, что это уже мои профессиональные коллеги. Действительно, радость моя велика. Достигнуть таких высоких результатов и попасть на проект учащиеся не сумели бы без хорошей подготовки. Ребята очень признательны своему преподавателю, который обучал их с детства, за все полученные знания, раскрытие в каждом из них художественного таланта. Благодаря ей мы, получается, достигли таких хороших результатов. И благодаря ей, то, что мы добились таких результатов, мы смогли поехать в замечательный образовательный центр «Сириус». Спасибо ей. Хочу еще сказать спасибо родителям. Если бы родители не отдали мне художку, я бы не смогла поехать в Сириус. Большое спасибо родителям за то, что они все годы были вместе с нами. И это заслуга не только, скажем так, школы, но это и заслуга родителей очень большая. Поэтому я думаю, что все у нас получилось, мы сумели. У нас такое замечательное триединство – родители, дети и я. По словам учащихся, программа обучения в центре была очень насыщенной. Развивающие лекции, практические занятия и пленэры на природе. Несмотря на плотный график смены, организаторы проекта запланировали для ребят и культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии по достопримечательностям города. Кроме того, что мы профессионально занимались с педагогами, ездили на пленэры на Красную Поляну, также мы побывали в Сочи парке, посетили Роза Хутор, 2 раза были на 2 играх хоккея и сами катались на коньках. Было очень интересно и увлекательно. Я очень рада, что побывала в образовательном центре. Сейчас планируется еще одна поездка на будущий год наиболее одаренных учащихся школы.